я слышала, а где рядом там? Не знаю. Да, на вас тут уже стоял. Вот это я слышала. Снимай, здесь вымещать будете? Здесь видео снимать. На метр вправо или влево? У Лёни спрашивают. А где Лёня? Видео со звуком, кстати. Лёня, включи, я тебе серьезно говорю, хули ты там базаришь. Или туда, там все занято. А? Вот, сейчас подойдет. Возьми. Так я говорю, здесь ну, что думаешь, я бегал? Камера вот здесь со звуком будет. Тём, слышишь, мы тоже ничего не видно. Да мне не мешать это. Забор только не сломает. Это, просто, нет, это да. Только ради гаша, наверное. Да, так что смотри, Тёма, ты мне должен, Лёня. Да, слышь, лестницу аккуратнее. Всё вот так, нормально. Что, мы заткнулись все, да? Нет, со звуком. А что я говорил? Я шучу. Что я говорил? Всё. Это в дебью, твою фотку в дебью. А вы откуда снимаете? Сам по себе? Мы второй микрорайон. Знаете, там дом такой, двухэтажный дом. 17-й? Милиция. 18-й? Да я шучу. Потом ВКонтакте посмотрите. Потом скажу, где вы. На Авито. Слышишь, на лестницу отвечаю, вставай. Да не Авито, что ты попадешь. Больше, чем это все.
Я вам не знаю, что это.
там врачи. Конечно, если...
Печальных утешений. Мы начинаем наш праздник света и мудрости.
музыки, посвященной 500-летию Успенского собора Тихонова Богородичного мужского монастыря. Thank you.
что ты беззаконные грехи, гордость, правда ненавидение, всякое неправда. Когда образ Богородицы чудесным образом исчез из Константинополя и появился в земле русской над просторами Ладожского озера. Как море широко, великое озеро, в день един плыли рыбаки на утлом челне по водам Ладожским, и разыгралась буря страшная. Воззвали тогда рыбаки ко Господу, и случилось чудо великое. В сиянии над водами возник образ иконы Матери Божией, и в тот же час смирились волны Ладоги. Возблагодарили тогда спасенные рыбаки Пресвятую Богородицу и образ ее чудесный. И разнеслась весть об этом чуде во всей земле Новгородской. В году 1383 по Рождестве Христовом сама Богородица выбрала место своего пребывания на земле русской. Чаще весной на речном берегу был воздвигнут первый деревянный храм в честь успения Пресвятой Богородицы. А чудесная икона с того самого времени стала называться Тихий. Thank you.
монастырю Тихвинскому суждено было пережить времена и славные, и смутные. Крепкие монастырские стены не только укрывали величайшую святыню Семилёвскую, чудотворную область Пресвятой Богородицы, но несли важную государеву воинскую службу.
Ты смотри. Смотри, вот.
Уважаемые тихвинцы и гости нашего города, ждем вас на праздничных мероприятиях, посвященных дню юбилея Тихвинской иконы Божией Матери и 500-летию Успенского собора Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря. Завтра, 9 июля, на фестивальной площадке в 13 часов состоится концертная программа «Хвалите Господа с небес» в любимом участии камерный собора с управлением заслуга артиста России Владимира Игнесова Санкт-Петербург. Академический хор «Благовес», академический хор любителей пения и педагогический хор «Променад» Тихвинца и коллективы, участники фестиваля православной культуры «Праздничного слова» и лица Лариса Пуста. Также фестивальная площадка состоится на 15-й открытый конкурс мастеров оперативно-прикладного искусства. Это вот, ему спасибо. Все, теперь на выходе платим. Сейчас.